По всей России стартовала микроперепись населения. Она проводится в перерыве между масштабными переписями раз в 10 лет. В Чувашии ее охватит около 24 тысяч человек. Респондентам придется ответить на 28 различных вопросов в течение 15 минут. 17 вопросов будут аналогичны тем, которые уже были во всероссийской переписи. Оставшиеся 11 коснутся здоровья, демографии и гражданства. Также можно будет узнать, на каком языке разговаривают соотечественники в повседневной жизни. Но это лишь часть нововведений. Особенность микропереписи – это в том, что впервые при заполнении опросных листов переписчики будут работать с использованием планшетных компьютеров. И ответы людей на вопросы микропереписи будут заноситься сразу в планшетные компьютеры. При проведении опроса жителям республики не надо будет предъявлять никаких документов. Конфиденциальность и обезличенность полученной информации гарантирована. Микроперепись проводится на 60 счетных участках, которые расположены во всех городах и районах республики. Данные будут собираться в течение месяца. Опрос позволит получить актуальную и детальную информацию по ряду направлений и даст возможность корректировать существующую социально-экономическую политику Чувашии.